Доброе время суток, дамы и господа. У меня на работе аврал. Не успеваю, практически нет времени чудить. Вот сейчас, как Ванька Жуков, на коленке, при огарке свечи, пишу вам письмо. Ко мне на почту вы регулярно пишете, созваниваемся, у вас куча вопросов. Я по мере возможности попытаюсь на них ответить, только не торопите. Ну вот, в частности, такой часто задаваемый вопрос. Как далеко видит тепловизионный прибор? Сразу хочу поставить жесткие рамки. Я не даю оценочного мнения, я не даю вам советов, я лишь вам показываю то, что я видел своими глазами, на что я имею подтверждающий видеоматериал, ну а вы уже сами смотрите, примеряйте к своим условиям, на своей местности, ну и делайте уже какие-то выводы. Умышленно опускаю марки и бренды данных девайсов. Могу лишь сказать только одно. Вся съемка велась топовым тепловизором 2017 года. Уверен, эти приборы имеют огромное будущее. Они будут развиваться, картинка будет улучшаться, расстояния будут расти. Но я буду говорить только о том, что могу подтвердить видеоматериалом. Ходит много легенд, домыслов, мнений о работе данных приборов. Я очень надеюсь, что подобная видеосъемка развеет какие-то мифы, кого-то огорчит, кого-то порадует. В общем, знаю только одно. Одним вопросом станет меньше. Всем хорошего просмотра. Жду вас в комментариях. Миллион просмотров. Ага. Сейчас умоешься. Привет. О, оказывается, все так просто. Да. Шампунь лошадиная сила. Мы не пользуемся шампунем лошадиная сила. И, наверное, зря. Все нормально, все свои.